Вырвался я хоть на часок, но вырвался на музей Москвы. Хоть что-то засниму для вас. Вот он. Зубовский бульвар 2, дом 2. Строение там какое-то, я еще не помню. Перехожу. Вот он, Мосмаркет. Уже вечерок, уже сейчас они все будут складываться. И я забежал заснять. У меня сегодня еще репетиция 8 часов, поэтому я просто на часик. Ну, вот что поймаю, кого поймаю, тех и сниму. А репетиция, скажу вам, по участию в «Поле чудес». «Поле чудес» должно быть мое выступление, мое участие. Какая красота! Огромная такая, и вся ажуристая. Ажур на ажуре. Ажуром погоняет, да? Для писем. Какие-то ниточки красивые тоже. Поэтому я даже тужурочку свою скидывать не буду. А, надо еще вставить этот, как его, здравствуйте, петличку, чтобы вам слышно было лучше. Сейчас одену. Смотрите, какой зайчик здесь. Какой он хорошенький, волосатенький. Один глаз внизу, другой сверху. Недаром говорят косой, правда? Ну, на листочке он. Получается, это елочная игрушка, раз он тут лежит в елочных игрушках. Вот такой козлик у меня есть, мне его дарили. А здесь стоит тарелка Кузнецов 1917 года, посмотрите. Сейчас я приближу вам ее. Чтобы вы рисунок разглядели. Какое-то там... Разнотравье, разнодеревье. Как тень этого. Березки или чего там. Красиво. Здесь с тетерем огромная тарелочка. А это красная шапочка. Придет в чей-то дом когда-то, когда ее купят. С медальоном. Вот пока еще не встречал с медальоном подстаканник. Ручка дверная с коронами. А это Проскопье как раз таки, да? Ослик, солонка, тоже не видели с вами таких. Тоже Проскопье. А нет, ну в принципе да, если бы была подошва, то было бы Проскопье, так фигурка. Так, ну что, пойдем дальше. Встретим каких-нибудь еще знакомых. У меня подобные, но такие покрасивше даже, эти попроще колоть орехи. Это для бумаг. Мы с вами видели такие уже. Хорошо здесь подсветка сверху. Так, а это что у нас такое интересное? Рыбочка. Я так понимаю, пепельница. 6000. А стоила 9 рублей в свое время. Это для чего у нас кольца такие крупные? Наверное, подхваты. А, это подсвечники. А кольцо тогда для чего? Парные они подсвечники, но вот кольцо не знаю для чего, полукольцо такое. Интересно. Здесь два варианта чернильниц. На блюдо какое рыба. Продажные коробочки. Это шампура такие. Ну что, красивые. Они не длинные, тонкие, не знаю, удобные. Но для какого-то маленького этого мангала, видимо. Это для перца и соли в распродаже. Здесь все по 800 рублей, здесь 500, здесь 300. И там тоже 300. А здесь какая дама, прямо с подиума.
Что это за шубка на ней такая? Из мелких ленточек цветочком пришита. Видите, цветочком. Это, знаете, как ни из чего сделать что-то. Ну и губы, которые сейчас в моде, да? Вот, мы уже на самом деле год ждем моего участия в Поле Чудес. Подготовились и были готовы, но все, вот там какие-то изменения, все переносили. Не знаю, сейчас попросили у нас репетицию выступления, поэтому, возможно, скоро позовут. И, возможно, увидите меня на Поле Чудес. Ну, пока об этом не будем, я не буду особо там заранее говорить, знаешь. Сделал, гуляй смело. Булавка шикарная. И здесь арфа, булавочка. С латунной этой пластиной. Сколько он стоит? Пишут 19 век. А цену не знаю. Какой-то необычный чайничек. С таким вот рисунком. Это вот когда в отпуске не биваешь 11 лет, то у тебя вот голова в таком состоянии. Поэтому в отпуск-то надо как-то выбираться какими-то способами. Металлическая туфелька. Керамических мы с вами встречали много, а вот металлических пока еще нет. Ага, помните, да, такую штучку? Сейчас, подождите чуть-чуть. Поудобнее возьму. А, я держу механизм. Ну, как-то неудобно. Да, одной рукой неудобно. В общем, неудобно одной рукой. Здесь Мадонна, да, по-моему, это идея. Украшен воротник пуговицами различными. Ну что, эффектно. Но воротник должен быть вот таким крупным. Два разных времени, да? Найди отличие. А здесь, кстати, воротник. Чем он? Шифоном, да, по-моему, или шелком. Лентами выложен. Вот какая плакеточка прелестнейшая. Сколько же это стоит? Ну, красотень. Милота. Ах, какие тоже прелестные. Два светильничка. И вот вижу красоту тоже. Это у Евгения. Я вам часто ее снимаю. Понравилось. Маленький столик. Старинные кружева. А это наши знакомые, я их давно не видел. Здравствуйте. А то я все не попадал на этот рынок. Как-то все по вернисажу, по тишинке. На этот давно не попадал. Ну, здесь я всего лишь на часочек. Что у них интересно есть. Пока сейчас с той стороны посмотрю, не вижу тут. А вы помните эти роскошные часы, которые мне понравились? Вот я только что зашел, и Аллу и Романа я давно не видел. Вот это они. А самое главное, что самое интересное, что они скоро открывают магазин. Как он будет называться? Винтажная Москва, представляете? И я думаю, что у них уже накоплено немало товара. Это вот как раз у них здесь столик этот. И я когда снимал летом, и мне понравились часики, и Алла сейчас увидела меня, говорит: Иван, вам же понравились эти часы, возьмите их. Очень понравились, беру с удовольствием. Место у меня им уже есть. Так что мы пойдем, когда они откроют, там, не знаю, к Новому году или чуть позже, свой магазинчик, и мы отснимем вам вот этот магазин «Винтажная Москва».
Покажу вам адрес, покажу товар. Все, отлично. Ну вот видите, уже не зря пришел. Уйду с подарком. А этот столик, он, по-моему, он какой-то старинный, он стоит около 100 тысяч, насколько я помню. Он сделан из смолы. А, из смолы? Смола. Угу. Вот они, красавцы. У-у-у, как я люблю такие штучки. Легкие. Ну, похоже на дерево. Вот это полистон, а вот эти как раз-таки, по-моему, дерево. Сейчас спрошу, сколько стоит. Здесь еще вот такая миленькая, маленькая чернильничка. Вот такая какая-то деликатная, аккуратненькая. А шкатулочка, взгляните, какая. Но они прекрасно смотрятся с этим подсвечником, гладкие рядышком. Угу. И обратите внимание здесь на крючок тоже. Я в последнее время смотрю, потому что я обожаю вот такие все кружевные детали. Жардиньерочка небольшая такая. А петушок какой хороший. Там много всего интересного. Надо много времени, чтобы все показать. Так, сейчас прошу пару малышей. О, а это что? Это сырная доска, по-моему, да, такая? С ножом в комплекте. Это все пепельнички. А я хочу вам показать вот эту сумку. Какой легкий-легкий. Заварный чайник. Какая прелесть. Какой хорошенький. В презентации эта вещь не нуждается, как и это, впрочем. $1500 плакетки с шелком. Шелк внутри. Шкатулочки, посмотрите, какие с бабочком. По 1200. А это колокольчик? Ну да. Ух ты, с металлическим язычком. 1800. Туфелька для иголочек. 700 рублей. С бронзовым каблучком. $2500. Художник, посмотрите. 4500 стоит. Что это? Не знаю, капотемонт или что это? Стоит 3500. Красивая. Сколько это стоит? 1500. Так, 2700. 2700. Флорентийский такой, да? Флорентийская мельница. Ой, какой красивым стоит это все. А, подносик, он стоит 4700. Подносик. Так, а кружечка? Какая-то невероятная. 1700 она стоит. Но размыто все, не пойму, что это, чье. Шкатулочка. Стул какой подкатной, какая красота, с марки 3. Прелесть. Здравствуйте. Ручка шикарная, да, и большой, по-моему, он разборный, да, вот эти части.
как-то разбираются. Красивые. Мечта. Какое-то невероятное кресло здесь стоит. Китайское, да, или японское? Трон. Можно сказать, что трон. И шутка в юбке. Глазки бусинки сверкающие. А что, хорошенький, легкий такой? Андрей 500. Франция. Очень красивая. Необычные вот эти выреза, да? Какой-то нестандарт такой. С буковкой А бомбонерочка такая интересная. Счет тут всего красивого. Много написано. Шикарное. 20 долларов. Лампа такая, видите, с уточкой. Гравюра, ну старинная. А какое это время же тогда? А, там еще есть? А какое время? Подскажешь? А? До революции. Ага, интересно. Ну их надо вместе как-то не разлучать. Очень красиво. Царевна лягушка сидит. В лилию забралась. И Иван-царевич ее уже нашел, видите? Стрелу пустил, я пустил стрелу и пришел к своей стреле. Это чайничек такой, видите? Там наливайка. Элла звонила, но я отключил. Потому что время ограничено, перезвоню ей. Коробочки такие интересные. По-моему, я видел его на Авито. Они же выставляют везде, чтобы продать. Комодик такой шикарный. Очень красивый. Но антикварный, да. Классный. Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым. Оставайся, Ваня, с нами, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. Ла-л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 а